welcome back, там всякое. О, сейчас фреймрейт, фреймрейт упал, 26, о, все, можно играть. И на самом деле не прошло даже и секунды с прошлого выпуска, но надо ж. Так, follow Dean. Зачем им вообще фолловить Дина? Воу, прикольные трубы. Хотя ни в фильме, нигде не было такого даже. Я понял, 4 points. Тут единственная дорога, как бы. Вот это, кстати, тоже немного навязчиво. О! Harry Potter. О, наконец-то! Они же встретились. А, нет. That's true. Quibbler. О, я знаю, что я сейчас делаю. Так. Confounder. Confounder! А, shit, так близко. Confounder! Yeah, и он начинает, и они начинают по нём стрелять. Сейчас эти два убьют того. Классный звук, кстати. Как стекло бьется, классно. О, теперь вдруг с ними... Ага. Пока она за нас, за нее не... Ок. Теперь с ними можно говорить, наконец-то, а ну. What's the matter with you? Nothing. Then why are you so grouchy? Oh, I don't know. We've been attacked by snatchers. We're lost. We don't know where we're going. And I'm starving. Похоже, Рон носит хоркрак, знаешь ли. Хотя, он всегда такой грампи, в принципе. Круто, кстати, что тут такие, ну как бы, близко к фильму. We have to catch Dean. I know we have to catch him, but we can't be seen, Harry. Вот это она уже второй уровень такой говорит каждый раз. I know we have to catch him, but we can't be seen, Harry. Классно сказала, кстати, мне интонация так нравится. Так, а что? Куда мне точнее надо, ну? Куда игра хочет, чтобы я шел? Чтобы я пошел в другую сторону, потому что там секреты. Как бы настолько вообще примитивно, да? Развилка в дороге, вот просто одна дорога идет, получается, оттуда туда, такая прямая. А свернул на шаг и уже секрет нашел. Классно, конечно. В Министерстве магии, когда я под мантией невидимкой шел, то там тоже получается... Вот в таких вот местах, кстати, дементоры водятся. Но я пока про них не буду рассказывать. Они считают, что для 2011 года это нормально, да? Вот такие деревья вообще в игру добавляют. Ладно, ладно. Так, Кастю, Кастю уже... Как будто непонятно, куда идти. Уии, хотя бы можно по горам лазить. Сейчас появится смертежерец, смотри. Раз, два, три. Не специально, как бы, я тут отвечаю, я не играл в это. Я просто почувствовал. Ладно. Игра просто... Назвать ее предсказуемой будет похвалой. Так. Газ уже полный. Этот полный. Сколько можно? Money, catch! Ладно, ладно. О, автосейв. Так, а кто там? Они, кстати, Recycling Locations. Точно такая же башня была в одной из предыдущих миссий. Там надо было спасать этих Muggleborns. Bloodborn. От дементоров. Ну, их типа споймали, снетчеры, и надо было освобождать их, убив всех снетчеров. И там точно вот именно вот это вот место было. И мы по нему уже ходили, и теперь нам еще раз говорят по нему хоть... Кто это? Это эти, понял, дрогтс, которые охраняли Хоркрокс. Вау. Чем же их можно? Чем их Гарри тогда? Он, по-моему, вот этой штукой, которая от... Он, по-моему, вообще всем пробовал и ничего не помогал.
Cannot be seen, but you can stun them by casting... А, ага, станить можно. А ну, попробуем Петрификус. Не получилось. Петрификус, кстати, сблизи только действует. Ой, оно не помогает вообще-то. Так, а как насчет Экспалса? Оно как бы красное, и от этого оно воспринимается таким, типа, более горячим, а они же, поскольку высохшие, то они, типа, горят от огня, и поэтому как бы надо этим заклинанием тут... Не, не сильно. Так. Экспаляемся, короче. Потому что явно... Of course we can run. Что-то не, что-то неэффективно чуть-чуть. That is quite accurate. I don't think they understand you, Ron. Ron? А, вообще-то Гермиона всегда говорит, we can't beat them. Даже когда we can. И оно так совпало, знаешь ли. Рон, any suggestions? А, ага, то же самое. А, долго еще, почему ничего на них не действует? А как насчет импедимент? Да что ж такое? Вообще ничего. Casting at them. Чем именно на них? А ну, как насчет... Вообще никак, ладно. Может, мне их вообще не нужно трогать? Не, Петрификус все-таки должен помочь, а ну. О! Я не знаю, я вообще не вижу разницы между их застаненным состоянием и обычным. Чудак. Как это? Как в таких ситуациях говорят? Super amazing, super compelling gameplay. Знаешь что, я, наверное, просто пробегу мимо. О, а как насчет... Ой-ой-ой, тихо-тихо, сейчас. Как насчет вот этого газа, например? Я его ни разу не кидал, а ну. По-моему, подействовал. Правда, и на меня тоже. Да, они сразу неподвижны. Ой, мне сюда не надо было. Оп. О, меня, кажется, убили. Ау. А, Е надо нажимать. Блин, я не читал. Ок. Норм. Quick time events of sorts. Почему они сказали, что мне нужно использовать на них заклинания, хотя на них нужно на самом деле использовать вот этот газ, который больше вообще ни для чего не пригождается? Все. Вилоны особенно. Не, this is useless. Куда мне идти? Указатель не действует, значит нужно с ними что-то сделать, но я не хочу. Ага, и тут сюда нельзя. И сюда нельзя. Что вообще происходит? Ай, тихо. О, я тут не был еще. О, точно, не сюда. Hermione, are you there? Oh, good. Run. О, Рон вот так любит делать. Как бы кошо застрял. Вот тут уже немного дементорами веет. I can feel them. А как туда попасть потом? Я только что там был. А, нет, это с той стороны. Это аж через эту ограду. Interesting. Теперь куда? Ага, значит сюда. Inferi. Классное название. Кстати, мне всегда нравилось. На самом деле, игра достаточно простая в плане
сражений там и прочего. Тут не особо опасаться нечего на самом деле. Столько всего происходит. Надо в такие моменты всякое рассказывать, наверное, потому что так летсплееры делают. Ладно. Воу, кто там? Блин, я просто не попал, она немного не долетела. Так было бы эффектно, конечно. Чуть-чуть. Damn it, ладно. Yeah. Кстати, классно, что заклинания пролетают сквозь ограду. Это как бы makes sense. Hermione, have you got anything new to say? Nope. We know we have to catch him, but we can't be seen, Harry. Of course we can. Where should I go? Oh, так я правильно шел. Странно. Ага. Ага, вот этот самый сильный. О, ну я сейчас хочу поэкспериментировать. А ну, так, вот этот. Вот этот пусть. Прям в лоб. О, круто, он того отвлек. О, он... Классно, знаешь ли, элементы тактические немного есть хотя бы. Thanks, man. You was real help. Damn it. Okay. Вот я же говорю, несмотря на то, что тут врагов вообще вот они тупо бесконечно спавнятся, но оно не так уже и плохо на самом деле. Их отстреливать, ну, прикольно, короче. Что это? О, сейчас надо по это поэкспериментировать. Ой, она перелетела. О. Давай. Чуть-чуть бы ее, ну. Надо проверить физику этой игры. Не, вверх нельзя подбрасывать, жалко. Who's there? О! Это не... Это... Как она туда попала? I don't even, как говорится. О, вот там нычка, кстати, была. Ну ладно. Daily Prophet, а ну, что ж там в газетах брешут, как говорится. Почему нету, а может еще, может надо как-то... А, вон тут они, я понял. Я думал тут слева направо, она же выглядит так, а тут оказывается она накапливается вниз, о. Pure Blood and Muggleborn, Wizards All, ага, это я видел. Потом, Severus Snape confirmed as Hogwarts Headmaster. Article confirms that Severus Snape, long-standing potions master at Hogwarts, has been appointed headmaster. Tell me something I don't know. О, эти, получается, надо собирать по кусочкам каким-то образом. Один, два, три... А, нет, это разные части про Дамблдора, прикольно. Wizards rescue banking at Gringotts. В смысле? Articulating the fact that Gringotts is now at least partially under wizard control and assuring the wizarding public that their financial future is now secure. А что Квиблер по этому поводу говорит? Они тут об одном и том же говорят, просто разные факты. Тут прикольно сравнивать. О, ну. Editorial warning that there is a power struggle at Gringotts, at that because many goblins recognize now visiting mastering.
They will not stand for any such control over their bank. Вот это ближе к правде, действительно. Там же вообще волшебники ни при чем. Это гоблинское заведение все-таки. Их золото не интересует, и поэтому они такие неподкупаемые. Мне это, кстати, тоже нравится. А, Инфери. О, не, газ не сильно эффектный. Надо этот... вот этот... инсектисайд в них кидать, короче. Не? А как насчет вот это? О, дым. Очень эффективно. А, диоксидант. Этот, нет. Газ может. О. Да, да, газ все-таки более-менее действует. Куда нам? Ок, прям так и пойду. А, фак, так, е-е-е-е-е. Прям как в фильме, ты что? Классно же, не надо вообще переживать за... напарников. Hermione, are you okay? А, их когда как бы сильно много повреждают, они вот так ложатся, он как Рон сейчас лежит и потом встают. И это все, что с ними может произойти. She talked to Dean. Maybe he knows what's happening at Hogwarts. That goblin might recognize us. It's too dangerous. It's not like we have any other plan, is it? At least this way we might learn something. What? How can he? So what if he recognizes him? Them? I mean. Зачем? Какая разница? О. Так, вот это сюжет, значит, вот это нычка, ну. Классная нычка. Вот там что-то есть. Это, кстати, буквально именно точно та же локация. Вот я вот сюда шел и вот там от дементоров отбивал. Они полностью тот же уровень проходят. Может, это якобы и по сюжету, типа, чтобы показать, как они ходят кругами, прям как в фильме. Кстати, они, скорее всего, так и сделают. Есть. Кто там дальше?